Сад Турия является общественный городской парк 1,100 квадратных метров и кресты из практически портового города, точнее от города искусств и наук в парк Декаербера, где будет расположен новый биопарк, который заменяет старый зоопарк в Валенсии. Этот парк является одним из самых посещаемых Валенсии и Испании. Это крупнейший чисто городской сад Испании и превышает размер больших парков в таких городах, как Париж или Мадрид. В годе 1957 в Валенсии жил один из наиболее трагических эпизодов в своей истории. На 14 октября 1957 года Великий потоп в Валенсии затопило город и погибло около 100 человек. Правительство Испании и Валенсии городской совет постановил, что Турия не может продолжать проходящий через центр Валенсии из-за опасности новых наводнений. Так в 1958 году решили перейти реки недалеко отклонять в так называемый план Южной ВПП, которая пересекает город на городской автомагистрали. Позже, после гражданина движения «Река наша, и мы хотим зеленые», поворот дал его преобразование в место отдыха и природы для граждан и посетителей, в то время как быстрые маршрутов были построены в саду стороны, пунктир с туннелей для сведения к минимуму его последствий. Он был полностью противоречит то, что рациональный смысл городской посоветовал, является, что сады и тротуары был рядом с Север-Кирли из жилищного строительства и движения в центре, половина похоронен в старое русло. Сегодня парк является местом встречи ссылка в Валенсии, с более чем 3 миллионов посетителей ежегодно, это наиболее посещаемым из Испании. Парк имеет интегрированный внутри Гулливер-парк и парк Ди Палау де ла Музика, биопарк и город искусств и на